За лучшее фото фотосессия в подарок. Сегодня наградили победительницу конкурса, и вот она нарядная, который проходил на сайте такогород.ру с 20 декабря 2014 года по 13 января года нынешнего. Задача участников была простой – нарядить зеленую красавицу на свой вкус, сфотографировать ее и выложить снимок на сайт. Обязательным условием было присутствие на фотографии надписи «И вот она нарядная». На суд победителей конкурсанты выставили 11 работ, лучшую выбирали голосованием. Больше всего голосов 229 набрала елочка Анны Даниловой. Сегодня девушке вручили приз от генерального спонсора конкурса туристического агентства «Велес Тур». Победительнице достался диплом участника, букет цветов и главный приз – сертификат на фотосессию. Были новогодние праздники, мы сидели с друзьями, и они говорят, что есть такой конкурс. Предложили мне участвовать. Так как сидели у меня, елка была моя, поэтому сфотографировали. Правда, не думали то, что так получится, потому что уже после праздников, а конкурс уже начался раньше. Ну, с помощью друзей, друзья друзей, мы выиграли. Был конкурс, фотоконкурс, да, на лучшую фотографию. Мы решили сделать такой оригинальный подарок, все-таки это конкурс фото. И именно подарить подарок профессиональному фотографу, сделать сертификат. Мы с нетерпением ждем наших старых и новых знакомых, друзей, врачам. Приходите к нам, мы будем очень рады, поможем вам в выборе отдыха в любом уголке мира. Отметим, уже скоро на сайте такогород.ру стартует новый фотоконкурс. Не пропустите.